Всем привет, с вами Зейкис, со мной сегодня Стаффи. Чтобы взаимодействовать, там написал, что надо F-ку нажимать. F-ку да, английский. Да, вот так вот. Да. F. Прикинь, да, то есть тут даже изменили этого. Как шутка. Даже управление изменили. Да, какая плавность, капец. Это, короче, мы какой-то типа лаборатории, что ли? Я не знаю, я нажимаю F, у меня не получается. Ну, не знаю, может это. Sorry. А, вот ты тоже нажимал. Вот ты можешь нажимать тоже. Так, ладно, да. Ну-ка, я можно почитать? Найс. Ладно, давай, пошли. Пофигу. Давайте, проходим, ребят, тушки. О, смотрите. The тушки, malas present. Present. Опасная инженерия. Да ну нафиг. Камера, короче, взлетает вот так вот это в лифт. И вот у нас теперь... О, смотри, слева наверху даже показывает, типа, это... Смотри, смотри, как плавно все. Почему мы сейчас спускаемся в центральный реактор? Как они это все сделали? Interaction, я не понимаю, что будет. Ну, короче, мы едем сейчас в реактор. Вот, музычка такая. Слева, кстати, да, вот как я хотел сказать, но не успел. Наверху написано, короче, типа, это зона, в которой мы сейчас находимся. Выливать это, активируем двери. Так, и как нам выйти теперь? Ух, все. У вас тут какие-то записки можно подбрать? Нет, нельзя. Нет, нельзя. Это мне действует сегодня ничего не будет выскакивать. Я не знаю, хоррор это или нет, надеюсь, что нет, потому что я не хочу. О, смотри, наши братья. Они еще полечат нас или что не делают? А, пошли дальше. Вот тогда. Центральная эта зона и кафе. Давай в кафе сначала, типа, чайчик там попьем. Че не так? Ага, все. О, смотри, кушает тут. О, давай бомбнем. И, пожалуйста, экспрессо двойное. Попкорн и кола двойной. Ну, короче, походу тут самообслуживание. Стендап какой-то есть. Помоги мне открыть, я опять открыть не могу. Ладно, открыть. Ой. А, вот это, как его, доплачивать надо, ладно, пока. Да, пошли. Сзади есть какая-то дверка. У этого кофе-менеджера какого-то. Так это мы обратно. Слушай, тут даже бомжик есть. Так, да. Даже бомжик. Жесть. Капец. Как классно. И музыка, знаешь, вроде бы... Она какая-то такая, типа, какого-то... Для хорроров, но не ощущается вообще от такого опасного чего-то. Так, Ест. Так. Вест это, короче, западный. Северный. Чё-то вест чего? Ну, свет, раз вот это... Пошли с чего в мой? У меня, походу, тут видимо, нельзя пока что проходить, нельзя, потому что видишь, там типа это. Если шучки пошли в западный коридор. Так, тут что-то можно активировать. Ага, не активируется. Почти тоже ничего нельзя. Так, все передать нельзя. Так, это может быть фокус, но. Дагмитория какая-то. Не прикольно чей. Ну, блин, это я не знаю, что такое. Ну, короче, конт номер 78. Или сколько там 86, я не видел. Что это? Он ли персонал написан? Ну, персонал, по идее, опа. Чё за пушки? Походу, сейчас будет PvP. Так, направо... Не, надеюсь, PvE. PvP. Ну, туалет не работает. Давай, погнали. Спасибо. Так. Походу, сейчас... Бокс диспенсер. О, стой, кубик. А чё, портал? О, давай. Реально портал, слышишь? Три портал, два. Давай. Как его поставить-то? О. Красавчик. Блин, реально портал, офигеть. А как ты взял? Правка камыши. А, один чё, раз, моя... типа. А могу тебя взять сейчас? Не могу, ладно. Вообще офигенно. Ага. Так вот, нажми сначала. Так я нажал уже. Так, о, ну, короче, кислородный фильтр... Потом это контур управления с по кислороду. Давай отключим, чтобы тут все задохнулись. Давай. Нормально не помню. Так, а нафига сейчас завис? Ладно. А какое-то говно я подобрал. Это не ты, это я сделал. Бутсы какие-то. Да. Я, короче, какие-то это одел ботинки. А я? Я их дюпнул, да. А, нет, нельзя, ладно. Так. О2 фильтр клейнер. Ну, типа, очиститель кислорода. Это больше двигать. Я открыть не могу. О, все. О, и я никак не прыгну.
Я ничего не знаю. Тут даже ничего не пишется в чате. Вещи в фильме. Мы все пришли. А куда возвращаться? А, может там туда, наверное, пойти, кстати. Нет, я понял, куда. А, у нас сейчас эта штука, походу, открылась, да? И мы сейчас можем вот сюда, да? Это вообще, да? О, что-то открыли. О, это западный реактор, типа, заблокировал. Давай, пошли, пошли. Все, сейчас можно возвращаться, по идее. Мы сейчас, короче, походу, открываем всякие комнаты, да, типа, решаем проблемы, да, в этой лаборатории. Так, сейчас, по идее, у нас должен быть доступен другой коридор, надеюсь, так, что это... А, это то же самое, мы забыли уже. Так, о, пошли сюда, да. Вот западный коридор в этой комнате. Так, опасность, низкая гравитация. Сейчас у нас дезинфекция. Да-да-да. Все, нас пропускали. Так, ох, это паркур. Опа. Ну да, низкая гравитация, потом что сказали. А зачем мы еще сюда прыгали? Господи, я тебе могу. Зачем все это? Короче, энергии мало. Короче, я не знаю. Тоже не знаю. Вот отсюда кубик должен. Я понял. Как ты его кинул? Там, короче, я просто стрельнул по этой штуке. А, то есть не только хватать умеет. Ну, давай тогда запрыгивай туда. А, поехали. Я тоже хочу. Может, уже активировал все. Так, давай идем в противоположную комнату. Это тут что-то есть, какие-то типа выбрасывают, или что-то вообще такое. Металлический конвейер. Ну-ка, пойдем, у меня будет интересно это толкать? Так, подожди. Нет, у меня будет он. У нас теперь есть два кубика. Чуть ничего вообще, да, непонятно. Ну, тут, стой. Походу, да, надо дырки как-то закрыть. Во! Что ты взял? Дай, дай. Вот так вот. Да, туда просто закинь. А чё не закидывает? Да, у меня закинулось. Положи его туда просто. Как он падает тут? Ну, положи. Двигайся. О! Класс. А как бы я не могу, он слетает всё время. О! И что ты слышишь? Ой, теперь вентиляция. О, все сделал. Давайте. Просто отбрасывай. О, все, погнали. О, найс. Ба. Давай, давай, давай. Все. Идем, идем. Сейчас можно прийти в это. Он с этим роботом уже нас ждет. Ай, нам сейчас. Ой. О-по-по-по-по. Так, пойдем, у нас сейчас не будет графики. А, нет, будет все еще на глаз. Подожди. А, что-то мне не получилось, сказал. Давай идем. Ну, короче, мы починили эту штуку. А я... Все, можем идти в другую комнату. Хе, такой большой, спокойно. Ты, блин, грустный вообще, ман. Да пофигу. Так, сейчас мы можем поедем. Ага, вот сюда. Нам сюда что-то надо засунуть. Походу уже понял. Короче. Опять что-то перерабатывать? Я понял, кажется. Да-да-да-да-да. Только надо найти где. Тут, да. Видишь, тут они еще протекает все. А они меня тут, а. А, давай, 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 закинь. Да. Давай я вот сюда закину. Аля, не-не, он отсюда выкатывает. Так, что ты второй поставил? Второй поставил. Все? Так, видишь, какая-то... А, нет, не все. Подгони. Ну ладно. Побольше не надо. А, там еще одна будет. Окей, сейчас активирую еще одну. И тут вторую. Ну-ка, дай. Дай мне. Не-не-не, я сам. Так я уже тут. Да не, пофиг. Я тоже хочу. Ладно, давай. Где? А все упал, ты не вы... Ты мелочь пузата. Алло, ты что сделал? Да я... Боже, я... Ладно, на, клоун. Давай. Взял меня, стырил. Все сделал. Так, и чё? Сейчас надо что-то положить. Еще надо одну чуть. Еще надо одну чуть. Вот. О, энергетический куб. Да-да-да. А его не надо, алё, его не надо. Да давай переделаем. Нет! Нафиг его, алё, туда и тащи. А давай попробуем переделать, что будет.
Нет. Чего? Алло, дай. О, работает. И что сделать? Ну его достать его нельзя, вот сейчас же. Ну, так мне кажется, сверху, он тут низга, там дырка. Там сверху дырка. Да? Да. Там у тебя вот здесь вот под носом было. Ой. Все легко. Опа, меня там закрыли. А там же внутри есть выход. Все, пошли. Давай, активируй. Опять ничего не активируется. Ладно, пойду, ну-ка, пойду проверю. Давай. Ты маршрут посмотри. Значит, ботанический сад какой-то. А, дормитовый номер, снять связь. Наверное, аудиозапись какие-то, не знаю. Вот, смотри, что там. Угу. Так, какая-то штучка. Что-то подобрали. Ага. Опа, лендинг. Ой-ой-ой. Низкий уровень кислорода. А почему можно починить его? Мы я сдохли. Ушел. Нет, я вот ушел. Опа. О! О! Опа-опа-опа. Ломай, ломай, ломай их. Как их бить? А, их изи. Их они вантапаются. Ты их правый как будешь или что? Я их правый. Ладно. Чего это? Как-то. Ай-яй! Коэффициент поражения. А, коэффициент поражения поражает воображение. Слышал? Ну как бы вчера мы с тобой пели. Да пофигу. Типа нам сейчас посадят. Это кто? По нам стреляют! Слаймов играют. Да типа, че за уменьшенная версия чужих? Кубическая версия. Алло, тут какие-то челики еще были на нас похожи. Да? Вот, смотри, вот они. О, роботы. А, они тоже стреляются, слушай. Ну так, а ты что думал? Это ты? А, да, это ты. Мы типа скафандр родили. О, дур разблокировано. Все, пошли. Так, все, мы сняли свой костюм. Пейпер не активируют. Боже, что ты сегодня активируешься? Ну, а, короче, кубики точно опять. Точно так же надо делать. Да. Погнали, погнали. Так, один есть. Давай сразу же все первый год нам пофигу. А уже будем разбираться. Что с ним делать? Не, давай ты перерабатывай, а я тут делаю. Нет, просто чуть-чуть ты как это, как крепсель поступаешь. Ты крепсель, а я делаю все нормально. А, стой! Один кубик не перерабатывай. О, энергосик. Да. А, дай мне один металлический, слышишь? Дай мне вот тот металлический, который там лежит снизу, подо мной. А чё? А тут вентиляцию я починю сразу. Ага, найс, мини-паркурчик. Так, ладно, давай. Так, дай мне еще один это. А я не знаю где. А, вот. А попробуй активировать еще что-нибудь. Сейчас, подожди, сейчас положу. Да, там последний, скорее всего. Вентиляцию. А, ты тут паркурчик прошел, да? Ага, вот. На. Все, взял. Я его тюкнул. В смысле? Ну, в смысле, он у меня поставился, когда я его даже не отпустил. Ну, давай тогда, оп. Что сделать-то надо? А все, уходим. Нет. Там же анимация у нас была. На кого-то анимация была, значит, по починению. А, стой, подожди. Так не было анимации. В смысле, у меня только что была анимация. Какая? А я еще сотрушу. Ну. Пошли, короче, починили. Кого? Ничего мы не чинили. Давай, ничего. Сильный реактор, давай, стоят, сейчас, брат, последний реактор починим. Ты думаешь, все, как-то пошли? Ну, я не знаю, мне там говорил, что да, типа, мы будем чинить реакторы. Типа, вот мы сейчас починим северный реактор, не знаю. Возможно, реально все. Там нет выхода, там. Давай, давай, сюда. А, ну да, сильный. Хач. Какие-то, короче, проблемы имеются у реактора. Так, мы типа открыли какую-то штуку, все, погнали. Ага, опа, мы походили это... Ой, гравитация. Ну, мы открыли, получается, космос, ну я точнее. Чё ты, ну, я как бы там тоже на кнопку нажал. А, ну, возможно, не знаю, пофигу, пошли. Пошли, пошли.
Хорошо. Обычно опять нужно кубики починить. Подожди. Да, и тоже энергосик, походу, тоже вставить. 4 энергии нам надо вставить, прикинь. Если не больше. А, вытаскивать бы я. Ладно, не больше. Что это такое было? Батарейки, диспенсер. Диспенсер. Тут 4 батарейки, прикол. Вот блок уже стоит. А, этот вытаскивает. А, я его не могу взять, ладно. Кто-кто-кто? Там нету. Okay. А, вот в тот. Какой? Вот в эту штуку. Давай я сейчас... А, по идее, тоже вытаскивается, по идее. Да? А куда вставлять-то кубики, я не понял. Может, они так сойдут? Нет. Не-не-не. А, ты же внутри помещения, ну-ка, по идее, давай внутрь сделаем. Вот что. Нет, тут только 4 батарейки нужны, и все. Ну, пошли-то сразу сейчас батарейки. Давай тогда... Все, я нашел. Вот. Где? Справа налево. Ой, слева направо. Вот, оп. Я дюпнул, кстати. А, ну ладно. А, нет, он... А, да, вот. Давай сюда. Вот, вижу. А, ну просто тут видишь, тут анимация, то, что он выходит. Я поэтому подумал, то, что типа неправильно. А, там батарейки. Стой, а где эти кубики-то? Да, то есть я там жмал. А там нету. Нужен еще один кубик или еще или два? Один. Ну, один точно нужен? По-моему, а, у меня два. Три. Три нужно, три. Вообще, да. Три. Ну тут один вылез, но нельзя. Пошли пока батарейки постоянно. Давай. А где, стой, а где кубики-то? Да сейчас вернемся. Еще ты не вставляешься. Алло. Отпустить надо, если что. Да я опускаю, она мимо ставится почему-то. Так у тебя вон этот диспенсер был. Справа. Я тут и нажал на него. Ты только на один нажал. Сейчас это переработаю. Лови там кубики. Сейчас я тебе пойду. А я батарейки. Я не сделал. А, окей. Да. Блин, ну... Качественная карта, на самом деле. Только мне нравится то, что какие-то пролагивания в этих кубиках всякие. И то, что вообще ничего не объясняет, что он делает. Просто типа сказали, иди чини реактор, и все. Угу. Если будет чинить типа босса, а не вот такая типа драка мини. А я уже три кубика перебил. Ой, фу, сделал точнее. Ух, нифига себе. Все, я все сделал. Ну, тут ставил. Я их прям издалека вот так, смотри, видал. Как издалека просто вот так вот шляпу. В смысле, все? Да. Ты а тут ставил? Не нет, ты тут не вставил. Где? Вот. А. Все. Смотри, как мы. Оп! Издалека просто. Блять. А где-то еще что ли? Я пошиб, не знаю, может, вверху где-нибудь. Ну, хотя навряд ли, я думаю. Может, где-нибудь в внутренних комнатах? Не. Ну, блин, именно 4 нам дало. Так, где? Вон, сейчас попробуем. А, реально. Вот. Чего, опа. Найс. Активировали северный реактор. Найс. Так, и чё, чек? О, а я прыгать не могу. Чё, всё уходит? Хочу, она сказала, типа, это... идите, короче, в элеватор, да, и, короче, возвращайтесь на базу. Подожди меня. Это в основном что, я понял. Я открыть не могу. Чё? Изи. Congratulations, engineer. Now the spaceship. Типа, а сейчас корабль готов к запуску. В смысле, один из 15-10 штук. Если, ребята, вы хотите, чтобы мы сняли продолжение, набираете 50 тысяч. Не, да, это конец был. Ты написал, вы завершили карту. Нет, все, вот. Это конец карты. А, да, смотри, все. Дальше нельзя. Все, это конец карты. Все получается, мы пришли к карту. Ну прикольно, да, мне очень понравилось, на самом деле. Да, нет, ну что ж, тогда будем прощаться. Давай. Ну то, что всем до свидания, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, колокольчик, пишите комментарии. С вами был Сафи Зикас. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.